Сегодня мы рассмотрим магниевое огниво, используемое в вооруженных силах США. Такое огниво поставляется в пластиковом пакете, герметично запакованном, что предохраняет его от влаги. Внутри пакета находится само огниво и инструкция. В инструкции описано и нарисовано, как использовать данное огниво. Само огниво состоит из двух частей: из магниевого бруска и кремния. В магнии проделано отверстие и вставлена цепочка. Это очень удобно для того, чтобы вешать данное огниво на различные элементы снаряжения или рюкзак. Принцип действия данного огнива очень прост. Нужно взять какой-нибудь горючий материал, легко воспламеняющийся. На этот горючий материал настругать немного магниевой стружки и резким движением высечь искру. При этом магний воспламеняется и зажигает горючий материал. Данное огниво подойдет туристам, любителям активного отдыха и путешественникам. Оно легкое и удобное в обращении.